В ходе этой встречи ученики и педагогический состав рассказали главе региона о проводимой патриотической работе в школе. Сейчас здесь многое делают для бойцов СВО. Собирают для них одежду, средства личной гигиены, пишут письма со словами благодарности и поддержки. Примут участие ребята и в новой акции «Сюрприз с любовью военнослужащим России». Пройдет она во всех образовательных организациях области. Эта акция – возможность передать подарок защитникам к празднику. Это сладкие подарки, теплая одежда, это детские открытки. Акция эта общероссийская и вот как раз к 23 февраля. Помимо участия в акциях, посвященных помощи бойцам СВО, большое внимание в этой школе уделяют подвигам земляков в годы Великой Отечественной войны. Например, в классах есть даже парты героев, столы с портретами защитников и информацией о них. Это такой мотивирующий элемент. Дело в том, что за этой партой сидят учащиеся, которые показали высокие достижения в обучении или в спорте, или в иных каких-то активностях. И, между прочим, я вам сейчас такой секрет открою. Вот у нас за этой партой ребята, которые сидели, они действительно стали очень успешны. Бережно хранят память о воинской славе ковровских героев и в школьном музее. Здесь представлены образцы оружия, военная форма, осколки снарядов, фотографии и медали защитников Отечества. Экскурсии по музею проводят сами учащиеся. Это тоже часть патриотического воспитания подрастающего поколения в этом учебном заведении.